Всем привет, дорогие коллеги! С вами Кононова Аня и проект Фаберлик Онлайн. И в данном видео мы с вами решим для себя, на какую сумму заказ нам более выгодно сделать. Это видео специально создается для новичка, чтобы он понимал все выгоды и выбрал для себя оптимальные решения. Вот. Ну, во-первых, хочется рассказать, что любой оплаченный заказ дает гарантию, что ваш регистрационный номер будет действителен полгода с момента последнего оплаченного заказа. То есть в компании Faberlic есть такая функция, как чистка неактивных номеров с базы данных. То есть, если вы зарегистрировались, это, конечно, хорошо. Вы пришли на проект, вы работаете, вы рекрутируете людей в свою команду, вы приумножаете товарооборот своей команды, но сами не сделали заказ. Вот таких неактивных людей компания чистит в течение 3 каталогов. Да? То есть, на 4 каталог ваш номер без права восстановления на вашу структуру исчезает с компании Faberlic. Если же вы делаете заказы ежекаталожно, то у вас все хорошо. Если вы сделаете, допустим, заказ и там куда-то уедете или еще что-то, или будете забывать делать свои заказы, то ваш регистрационный номер удалится через полгода с момента регистрации, с момента последнего заказа, простите. Итак, давайте же поговорим о том, что после регистрации нам с вами присваивается свой личный индивидуальный регистрационный номер на сайте Faberlic. Логин и пароль вам высылаются на почту и одновременно дублируется на сотовый телефон. Свой регистрационный номер и структуру на нем можно в дальнейшем передавать по наследству близким родственникам. Третье. Свой регистрационный номер можно объединить со своими близкими родственниками при наличии индивидуального предпринимательства. То есть, если вы уже открыли договор с компанией, то есть сразу там два номера, на котором нету структуры, не объединят. Если вам интересен данный вопрос, то вы можете спросить об этом в общем чате для коллег Faberlic в Телеграме. Значит, если вы объединяете свои регистрационные номера, то у вас будет два держателя номера, один главный, и только у главного держателя номера будет право, как у ИП, на стаж работы. Четвертое. До открытия перевода денег на расчетный счет в банке в ваш регистрационный номер будут поступать денежные средства согласно маркетинг-плану, которые вы можете списывать до 65% за заказ. Как только вы открываете ИП, и как только денежки вам начинают поступать на ваш расчетный счет в банке, вы уже не можете списывать 65% за заказ, потому что все деньги до единой будут приходить вам в банк, а там вы уже будете решать, куда их девать, да, то есть на карточку переводить или ходить снимать, да, то есть, ну, там уже вы сами, думаю, решите. Пятое. Со своим регистрационным номером вы будете подавать заявление на ИП и вывод денег на расчетный счет в банке. Поэтому берегите свой регистрационный номер, даже если вы просто покупатель. В дальнейшем вы можете начать зарабатывать на проекте в любом удобное для вас время. Итак, давайте же познакомимся с компанией Faberlic. Это очень кратко, но хотя бы это. Во-первых, Faberlic — это крупнейшая российская международная компания на рынке прямых продаж. Производитель уникальной запатентованной кислородной косметики, которая доставляет кислород кожи в глубокие слои. Также в ассортименте Faberlic у нас имеется вся гамма средств по уходу за кожей, за волосами, эксклюзивная французская парфюмерия, декоративная косметика, продукты, посуда, сковородки для дома и здоровья, белье и колготки, модная одежда. Да, то есть также у нас есть продукты функционального питания, такие как витаминки, аппараты Денос, это микродинамическая электростимуляция и так далее. Ну и, конечно же, компания Faberlic в 2003 году вышла на международный рынок, и сейчас представительства Faberlic открыты в 24 странах мира, доставка работает в 42 странах мира. Faberlic — это более чем 25 миллионов человек, которые каждый день с удовольствием пользуются нашими продуктами в Европе и в Азии. Компания имеет 30 патентов и входит в рейтинг топ-100 крупнейших косметических компаний мира. Также она является спонсором экологической организации
организации ЭКО, которая реализует программы «Зеленые города» и «Больше кислорода». По данным программам, на территории России посажено более 10 миллионов деревьев. У Faberlic собственное производство, организованное на европейских стандартах качества GMP. Вот. И также по уровню потенциальных мощностей и в масштабах производственных площадей фабрика Faberlic входит в число самых крупных косметических предприятий в России. Это тоже, я думаю, очень приятно. И давайте же поговорим о том, что нас ждет именно на нашем проекте Faberlic Online. Во-первых, это экономия времени. Не надо стоять в очереди. У вас теперь есть свой личный кабинет с кэшбэк. Второе, это инновационное обучение от самых успешных лидеров бесплатно. И действительно, более 200 человек успешно развиваются, зарабатывают деньги и уже вышли на статус директора. Как вы понимаете, перевод денег на расчетный счет банки можно открыть намного раньше, поэтому я сейчас сказала только количество директоров на нашем проекте. Далее, участие во всех закрытых и открытых акциях компании. Также круглосуточная поддержка в чатах и группах по работе и продукции. Я думаю, это очень важно, когда вашего наставника не будет на месте, вы можете легко спросить в чате для коллег Faberlic все интересующие вас вопросы, касающиеся продукции, касающиеся каких-то рабочих моментов и так далее. Пятое, самое последнее, это для работы в интернете. В интернете каждому человеку предоставляются ресурсы от проекта именно для успешного онлайн-рекрутирования людей в свою команду. Итак, это собственный сайт для бизнеса и регистрации в свою структуру. Второе, это собственный сайт для покупателей, регистрация на вариант покупка для себя. Да, то есть к нам больше всего приходит, конечно же, покупать из-за того, что очень много акций, очень много возможностей получать подарки. Подарков действительно много. И в них даже можно запутаться. И четвертое – это собственная визитка для закрепа в Инстаграм. Пятое – это автовебинары от основателей проекта. То есть, если у вас что-то не получается, вы можете на такой вебинар, который проходит каждый день, кроме выходных, пригласить всех своих кандидатов, и они у себя дома, пройдя по ссылочке, могут послушать все преимущества проекта и потом решить, зарегистрируются они к вам или нет, в вашу команду. Далее, значит, давайте же поговорим о привилегиях для заказа. Первый заказ – это кэшбэк, который всегда списывается только 15% с первого заказа. Но это только с первого заказа. Далее сумма минимального заказа для получения кэшбэк 15% такова, да, то есть посмотрите, Россия – это 1000 рублей, Беларусь – 29, Армения – 10 тысяч, Казахстан – 5 тысяч и так далее, да, то есть можете поставить на паузу, посмотреть. То есть это сумма минимального заказа вашего, может быть, первого, для того, чтобы получить кэшбэк 15% скидочку. На второй каталог подряд у вас уже будет 20% кэшбэк. И если вы будете делать минимальные заказы 6 каталогов подряд, у вас кэшбэк возрастет до 26%. Главное не делать перерыв между каталогами. Но это самое-самое минимальное, что может предложить вам на данный момент компания Faberlic. И смотрите, чтобы кэшбэк на постоянной основе сразу у вас стал 26%, прям сразу же на следующий период, а не через 6 каталогов, как я говорила на предыдущей картинке, компания Faberlic дает вам возможность. Это только для новичка, только в его первом заказе, с момента регистрации, неважно, да, то есть вы, может быть, пришли 3 каталога назад, да, но решили сделать свой первый заказ сейчас, и он считается первым заказом. Если вы сделаете заказ на данную сумму и оплатите его до конца текущего каталога, в котором вы сделали заказ, то на следующий период у вас будет кэшбэк с 15% сразу перепрыгивать на 26%. Я думаю, это очень выгодно. Итак, смотрите, да, то есть Россия 6 тысяч, Белоруссия 174 рубля, да, то есть и так далее. Можете поставить на паузу, посмотреть, и тогда у вас, думаю, возникнет желание сразу перейти на кэшбэк 26%. Итак, это значит были привилегии от компании Faberlic. Вот. А сейчас мы с вами поговорим о привилегии за баллы в заказах помимо кэшбэк процента. То есть вы сейчас
поняли, как получить максимальный кэшбэк, да. И смотрите, значит, у нас с вами самый крутой уровень — это VIP-заказ на 100 баллов. 100 баллов – это примерно 5000 рублей, как вы видите, тут вот 6000 рублей надо сделать, да, то есть, ну, примерно от 5 до 7 тысяч рублей получается у нас с вами VIP, нет, 8 тысяч рублей, да, то есть 2000 рублей примерно разница. Ну, я вам показываю на самой первой сумме, да, то есть вы можете также прикинуть, получается примерно на 2 трети больше, да, VIP-заказ это примерно на 2 трети больше. Итак, значит, существует целая программа VIP-привилегий от компании Faberlic, и это только первый уровень. Я вам сейчас показываю на самом деле их 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. То есть есть такое понятие, как непрерывный VIP-стаж, когда ежекаталожно человек собирает заказы, делает огромные заказы, то компания Faberlic добавляет ему все больше и больше привилегий. Мы сегодня с вами поговорим в этом видео только о первой привилегии и что же нас ждет, если мы сделаем прям в первом заказе заказ на 100 баллов. Да? Во-первых, мы получаем с вами два сайта лендинга, о которых мы с вами только что разговаривали, визитку для социальных сетей, доступ к ежедневным автовебинарам проекта, это все сразу, поддержка в профильных чатах по работе в соцсетях, 26% кэшбэк на следующий каталог, участие в марафонах проекта, марафонов бывает очень много. Вот. Далее это выплаты за структуру от 3%. Если вы не были на вебинаре по маркетинг-плану, сходите обязательно на этот вебинар, и вы узнаете, что это за выплаты за структуру. Да? То есть выплаты за структуру – это как раз тот момент, из-за которого мы с вами пришли зарабатывать на проекте Faberlic Online. Далее, конечно же, идут подарки по акции «Новичка». От 1 до 3, смотря какая акция. Акция всегда разная, первый шаг. Далее подарки по программе Faberlic Club. Вдумайтесь в эту сумму, до 20 штук подарков. На следующий каталог вы можете выбрать, да, к примеру, 20 масок для лица. Вот. Далее 70% скидка на один продукт текущего каталога на следующий период. 50% скидка на любые пробники. 50% скидка на 10 каталогов текущего периода на следующий каталог. Да, и участие в распределении контактов. То есть компания Faberlic, если вы VIP-консультант, на следующий период начинает под вас регистрировать людей. Примерно по 1-2 регистрации в каталог, через каталог, но эти регистрации под вас будут проходить постоянно. Чем больше и дольше у вас VIP-стаж, тем больше под вас компания Faberlic будет регистрировать людей. Вот это значит фишка VIP-заказа на 100 баллов. Это самый крутой такой заказ, который VIP-консультантов, конечно же, мы обязательно поздравляем, помещаем на доску подсчета проекта, да, на командном сайте и так далее, и так далее. VIP-консультантов у нас очень много, вот, поэтому, конечно, задумайтесь о такой активации номера, что, в принципе, не обязательно. Дальше мы с вами поговорим о среднестатистическом заказе, это 50 баллов, это заказ уже лидера, чтобы получше познакомиться с продуктом, с которым мы начинаем работать, да, то есть это как бы, ну, грубо говоря, серьезное отношение к бизнесу. А первое – это получаем два лендинг-сайта, визитку для социальных сетей, доступ к ежедневным автовебинарам, поддержка в профильных чатах, участие в интенсивных марафонах, да, то есть практически ничего не теряется, да, по сравнению с VIP-заказом, выплаты за структуру также у вас остаются, подарки по акции новичка на следующий каталог и подарки по программе Faberlic Club. То есть убралась только привилегия того, что компания под вас вот не будет регистрировать людей и не будет вам давать вот этих вот дополнительных возможностей по VIP-у, да, то есть вот эти вот. То есть вот эти вот возможности 4, они у вас убираются. Далее, значит, 25 баллов, это золотая середина. Лидеры настроены серьезно, вот часто очень выбирают именно вот эти вот 25 баллов. Почему? Потому что получаем сразу два сайта.
лендинга, визитку для социальных сетей сразу, доступ к ежедневным автовебинарам, поддержка в профильных чатах, 20% кэшбэк на следующий каталог. Да? То есть обратите внимание, кэшбэк у вас уже не сможет быть 26%, так как вы не сделали сразу заказ на, получается, 26% кэшбэк. Да? Все, что ниже данных сумм первого заказа, вот еще раз вам хочу, мало ли вы запутаетесь, да, вот только эти суммы в свой первый заказ можно сделать, и тогда у вас будет сразу же на следующий период кэшбэк 26%, только тогда. Вот, значит, давайте с вами поедем дальше. 20% кэшбэк, значит, у нас с вами на следующий каталог. Подарки акции новичка, подарки по программе Faberlic Club. До 10 штук на следующий каталог, да, то есть уже количество уменьшается, но они все равно есть. Вот, как бы, чем больше заказ, тем больше вам подарков возвращается. Далее, значит, подарки по акции новичка на следующий каталог, да, то есть это первый шаг стартовой полугодовой программы. Обратите внимание, вот тут вот внизу, это как раз шаги стартовой программы со 2 по 9, то есть полгода подарков. Вот. Далее, значит, поговорим с вами на онлайн-заказ на акцию новичка. Чаще всего его выбирают люди, которые пришли покупать для себя, потому что человек, сделав заказ на акцию новичка, она бывает разная. Первый шаг, он непредсказуемый, и каждый каталог разный. То дарится парфюм, то косметика, то еще что-то, то для дома продукция, да, то есть там мыть, стирать и все такое. Поэтому онлайн-заказ на акцию новичка — это также поддержка в профильных чатах, 20% кэшбэк, 26% уже быть не может, подарки по программе Faberlic Club до 10 штук и подарки по акции новичка на следующий каталог. Значит, и в принципе все. Да, и есть, конечно же, самый такой дежурный заказ, минимальный заказ, его выбирают очень редко, потому что он идет без подарков. Вот, это доступ к базовому обучению, то есть мы вас будем обучать, да, то есть, но на минимальный заказ вам уже не положен сайт, да, то есть не положен лендинг, но у вас будет доступ ко всем командным сайтам. Гарантия, что ваш регистрационный номер не удалится через 3 каталога, будет действительно полгода, кэшбэк на следующий каталог у вас увеличится до 20%, да, и баллы по программе Faberlic Club будут копиться. Тут суть в том, что если вы сделаете заказ меньше, чем на 15 баллов, у вас будут в подарок баллы по программе Faberlic Club, которые вы можете потом в дальнейшем при накоплении обменять на подарок, но их будет мало, потому что обменять можно от 15 баллов всего лишь. Ну, вот, в принципе, и все, что я вам хотела рассказать. Видео получилось длинным, зато вы теперь знаете, что, какие уровни привилегий за заказы в компании Faberlic на проекте Faberlic Online существуют. Конечно же, я вам рекомендую сделать заказ, это 25-50 баллов, или уже выбирать сразу кэшбэк 26%. Реже всего люди делают минимальный заказ и, конечно же, VIP-заказ, потому что VIP-заказ он не по силам каждому человеку, кто-то не хочет продавать, и мы не особо приветствуем продажи, да, то есть если вы хотите продавать, конечно, вы можете продавать, но самому сделать VIP-заказ это очень сложно. А вот 25-50 баллов это то, что ежекаталожно у человека заканчивается в доме, допустим, на семью 3-4 человека, это нормально, потому что огромный ассортимент. Есть и порошки, и гель для душа, да, то есть и тональная крема, и парфюмы, и маечки, трусики, футболочки, носочки, да, детская, взрослая одежда для беременных и так далее, да, то есть там есть где разгуляться. Конечно, акцию новичка выбирают чаще всего покупатели, люди, которые приходят на бизнес, они выбирают 25-50 баллов, самые расчетливые, конечно же, выбирают 26% кэшбэк сразу в первый заказ, чтобы у них было 26% на следующий каталог. И самое редкое – это минимальный заказ и заказ
который по ВИПу. Ну что ж, с вами была Кононова Анна, проект Берлик Онлайн. Рада была вас проинформировать про всем привилегиям за заказы в компании Фаберлик на проекте Фаберлик Онлайн. Всем желаю роста, удачи, везения, во всем вдохновения. Выбор и решение всегда остается за вами. Всем пока-пока!